Вот вам бывшие казино и квартиры. Город Хэп. Рядом такие красивые домики. Да? А вот этот вот так. Рядом исторический дом. Дальше там школа. Здесь поликлиника. Я иду к доктору. Было там казино. Оно вроде как перестиховало, перешло границы на Германию, а тут бросили. Но кому принадлежит? Хозяин кто? Мы не знаем. А это вот дом, это гимназия. Чуть-чуть черный флаг, кто-то умер в гимназии. Черный флаг. Павличка. Такая у нас сакура. И мороз. Мороз был. Так. Вилла Флора. И что такая вилла? Тут был дрифт. Банк раньше был. Такие вот сакуры. Ну-ну. В этой вилле банк. Коммерчный. Костел огромный. Нас все обдивают, так и исходы от этого банка. Исторические. С обоих стран. Там балкон. Вот такой был дом. Датум постройки там. Это Уряд. Вторая Будова. Второй дом Уряду. Я тогда местский Уряд. Вторая Будова. Да. Ну, Уряд. Здесь видеть исторический центр Мацюти. Давай пройдем по той узкой улочке другой. Это выход к центру. А это выход Сен. Тут автошкола по узким уличкам. А здесь резиденция. Ага. Топ-салон. Можно остригнуть. Здесь нравилось всегда такие магазины. Вот здесь были раньше домашние яички. Вот теперь рядом вот это ловецкие потребы. Значит, это про охоту. Ловецкие потребы. Ух ты. В общем, там ничего не будем ходить. Это в Хэбу. Прочная. Да-дам. Но тогда на не те леди два. Нет сзади двух. Она по узкой улочке собирает. А Сергей шел кухнуть на Ниццу. Блинки. Это исторический центр Мхэбу. Там. Там артхаус, родница. Ну, а мы идем с той стороны. Этой улочки. А мы пойдем дальше. И вилла и Мхэбу. С них. Трошку застала. Так у нас зубной доктор может быть. На картонке. Или как они? Мансарды. Такой вот домик. Эски. Ага. Играют часы на роднице. Музыку. Улица Жидовская, еврейская. Вот она ведет к нам вместе к площади. Это мы прошли эту уличку. Медицинская школа, Дроводницкая. Ну, там дальше. Там. А. Тоже. Так, исторические домки. Ружевый копичек, семенная уличка. Розовый. Вот тут горка. Маленькая розовая горка. Копичек. Сергей Шелтан. У нас здесь начиналась история с того Хэбу. Вот вам Марианская. Марианку продает. Розни. ЦБТ. Бразерс. ЦБД. Марихуана. 18+ написано.
Также кветины. Еще одна кашна. Сами кашны. Можно там делать массаж. Этот домичек красивый. А? Я. Так пройдем здесь на воде. Я сам туда. Я тут студовала. Ходила здесь на курсы компьютерные. Ой, уже больше 10 лет. По-моему, 2009. Ах, вот так. Тут выглядит добрый. Ну, забирают, закрывают. И когда ходила, вот ну, а не знаю почему. Там можно проглянуть целый град свеж, вышки и краинку. Ну, не знаю, можно отвирать в сезон, но вся на ниц. Ты мыслишь адвокат? Вот тут здесь у нас был седло нашего адвоката, который нам помог сюда приехать. Ну, помог как? По закону оформлял документы. Вот он на той стороне, у него канцелярия. Это было так, что Сергей приехал сюда с другом. Приехал в этот город, увидел объявление на окошке, на котором было какой-то дом продается. Вот вам, пожалуйста, так цветет, начинает цвести магнолия. Да?